Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые, родные. 3 с лишним месяца отдыхали от лучшей лиги мира. И сегодня она возвращается. 5 марта, Каспийск, Анжи-Арена, Динамо, Махачкала, Арсенал, Тула. Вот такая вывеска у нас сегодня с вами здесь. Болельщики на трибунах. Готовы, да, готовы. С центра поля Михаил Яковлев. Первый удар здесь, в Каспийске, в 2023 году. И с возвращением Мелбет первой лиги. Поздравляю всех вас. Первый матч нового года. Давайте смотреть по забитым мячам. Ну, так, среди худших, да, и по пропущенным среди лучших. Настолько полярна в этом отношении статистика махачкалинского клуба. Был Дибиргаджиев, теперь вот Мула Хусейнович. Подача от Юсупова. Заброс мягкий справа, и Ковачевич. Нет, это снова был Нардин. Большой парень, Нардин Мула Хусейнович, да. Новый центр-форвард махачкалинского Динамо. Я думаю, дальний удар его будет, да. Большаков по центру, Терновский забирает. Большаков очень неприятный для голкипера удар. Он много забивал за Кубань, где находился в аренде. Уже третья аренда после Долгопрудного и Кубани. Большаков теперь в Туле. В прошлом сезоне, получается, уже в позапрошлом, да, забил. Нет, все-таки Гаджиев, подача на дальний угол и гораздо острее, а? Гораздо, поменяли ногу, как в картежных играх или как в застольях нельзя менять руку. Вот сейчас поменяли ногу вместо Юсупова Гаджиев и сразу остро было. Много опытных ребят. Сегодня в контрольном матче с Квантом, с Обнинским, забивали Пантелеев. Экс-спартаков забивал Ставпец. Момент, смотрим, Гаджиев, прострел. Добивание, Юсупов, нет. А вот здесь попробовать. Хитро. Атабаев не попал, эрбол. Прорыв хороший от Гаджиева, и дальше Юсупов покатил и вполне мог попадать. Техника позволяет Атабаеву такие моменты исполняет, но слишком. Вот, возможно, будет первая домашняя победа 23 сегодня. Но 2 минуты еще есть. Насыров, они есть и у Арсенала, да, почему нет? Насыров. Но Арсенал сегодня на победу не наиграл. Это будет скорее больше из... Ой-ой-ой! Это будет больше из истории про везение. Но сейчас Терновский по центру удар был. Тот пробил-то Луценко. Очень. Я думаю, что уже смотрит на часы Игорь Панин. И все. 0-0. С другой стороны, вот при судействе Панина в премьер-лиге все время проигрывали в гостях. А в первой лиге первое очко набрали. Я думаю, что Арсенал будет недоволен. Команда, которая получила от Стражука хорошую нагрузку на сборах. Новые какие-то идеи, мысли. Но 0-0 сегодня в Каспийске.